16 июня в 22 часа 25 минут на улице Огарева сотрудники военной комендатуры Харцевска по горячим следам задержали троих вооруженных военнослужащих, подозреваемых в грабежах. Оперативная группа комендатуры, как говорится, сработала чисто. При задержании вооруженные автоматами грабители не успели воспользоваться оружием, и лишь несколько предупредительных выстрелов в воздух, произведенных сотрудниками военной полиции, нарушили тишину микрорайона. Еще одного члена преступной группы военная полиция задержала под утро. Все четверо задержанных – жители Харциска. Их подозревают как минимум в трех ограблениях. Последнее было совершено 16 июня поздно вечером на Трубной стороне. Грабители угрожали расправой семье из трех человек с ребенком. В машине задержанных обнаружены деньги и золотые украшения. Несколько часов спустя, уже после полуночи, на пересечении бульвара Полупанова и улицы Октябрьской были задержаны нарушители комендантского часа. Машина, не остановившаяся по требованию сотрудников ГАИ и дежурной группы военной полиции, вызвала подозрения у правоохранителей. Выстрелы в воздух привели в чувство нарушителей порядка. Их личности установлены. Ночными гонщиками оказались двое военнослужащих, возвращавшихся домой из района боевых действий в Тельмановском районе.